Всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина. Я автор методики «Фитнес-балет онлайн», а также основательница школы растяжки и балета «Я-Я Дэнс». Сейчас я вам покажу упражнения сидя, которые вы можете делать в офисе, на работе, в любом сидячем месте. Начинаем работать шеей. Плечи вниз. Положили подбородок на грудь. Держим. Раз, два, три, четыре. Поднимаем голову наверх. Подбородком тянемся в потолок. Но не запрокидываем голову. Опять вперед. Два, три, четыре. Наверх. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Наверх. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Последний раз. Три, четыре. Наклонили голову вперед. Положили ручки сверху и чуть-чуть, не очень давя, наклонили голову вперед. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И медленно раскручиваем влево и вправо. И влево. Аккуратно, не очень давя. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз подержали. Раскрылись. Стоим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Руки вниз. Надавили ладошками в пол. И голова вправо. И держим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И прямо, и влево. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И прямо. Опять голову направо. Положили руку на ушко. Чуть-чуть надавили. И 45 градусов рукой. Стоим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Поменяли. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Поменяли. И теперь руку в сторону. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И поменяли. Растягиваем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поменяли. И делаем. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Взяли руку сверху и надавили по диагонали. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Поменяли. И восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И по диагонали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руками. Подняли руки наверх, надавили на ладошки и поворачиваем голову как можно дальше и заворачиваем. Стоим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Повернули влево. Восемь, семь, шесть. Давим на ручки. Пять, четыре, три, два, один. Встряхнули руками. На этом наше упражнение закончено.